Та-та-та, всем привет! С вами Артём, мы продолжаем игру под названием Дом Кошмаров 2. Чё себе размазал его? Вот дерьмо! Полагай, не будет нам хорошего конца. Я не могу выполнить свое задание. Мы пришли, чтобы убрать человека, который устроил все это. Он строит что-то, что позволяет ему играть с твоим разумом. Он может создавать галлюцинации. Даже убить тебя. Это место было заброшено, но недавно мы обнаружили здесь некоторую активность и вышли на него. Его зовут доктор Ромеро. Найди этого ублюдка и прикончи. Удачи. Спасибо. Не умирай. Понятно. Не судьба тебе дальше жить. Я не хочу, чтобы ты видел меня в таком состоянии. Немедленно покинь помещение. А, сейчас. Я тебя каждый раз в таком виде видел. А спецназ говорил, что ты красотка. А на самом деле нет. На свидос. Вы покидаете госпиталь, никогда не теряя надежду. Мы надеемся, что ваше пребывание было недолгим и приятным. Не выходи наружу. Ладно, все-таки же продолжим игру. Хотите узнать, что там будет, если выйдем? Это будет, наверное, в отдельном видео. Доступ в данную зону разрешен только для персонала высшего уровня. Если у вас нет подобных полномочий, покиньте эту зону немедленно. Это для вашего же блага. Вот именно. Thank you.
Но... Цивилизация в истории мира пыталась управлять человеческим разумом. После еще нескольких изменений у меня все получится быстрее, чем за одну человеческую жизнь. Сейчас я не могу полностью управлять твоим разумом, но могу играть с ним. Вот, например. А вот и несколько приятелей для тебя. Конечно, они не настоящие, но не для меня. А вот для тебя вполне. И да, они могут причинить тебе вред. Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться с ними. Такой эксперимент всегда очень занимательный. Я сейчас тебя так буду занимательно. Оно пуля непробиваемое, но ты, конечно, можешь стрелять сколько влезет. Ты не подойдешь ближе, даже не пытайся, только рак заработаешь. Сейчас я подниму тебе задницу, наукой, конечно же. Это все так увлекательно, не хватает только попкорна. Так возьми себе. Что пули в радиусе ядра бесполезны. Там столько математики, ты ничего не поймешь. Ну как, тебе весело? Сейчас тебе будет весело. Интересно, что делает эта кнопочка. Упс. Весь день этим занимался бы. Одну секунду, я перегляжу.
в эту штуку и опять изнасилую твою голову как следует. На меня пытаются как-то отомстить. Жарами, размазывают.
смена волны, знаете. Она тебя направляла? Всю дорогу по пути сюда? Неужели ты не понимаешь? Это был несчастный случай. Теперь она тебе не поможет. В любом случае, ты слишком близко к Хину. Сдавайся. Невероятно. Не думай, что она тебе помогает. Ты просто инструмент в ее руках. Оно все еще работает. Полагаю, я победил. Не дождешься. А, черт! Эмили. Эмили, дорогая, слава богу, сработало. Ты вернулась. Прости за то, что случилось. Прости за то, что я был вынужден. Нет! Нет! Да. Ну вот, подошел конец игры под названием «Дом кошмаров 2». Ну, что ж. Хорошенькая игра, конечно, была. Прохождение отличное. Но иногда веселое. Иногда трагичное. Ну, что ж. Будем прощаться. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Это будет еще не одна игра, которую буду снимать. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки на всех видео, которые я снимал. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.